Перспективы развития агропромышленного комплекса региона в 2017 и двух последующих годах сегодня обсудили на профильном комитете Тюменской областной думы 6-го созыва. Одна из задач – мобилизация внутренних инвестиций в этом секторе экономики. Первые шаги уже сделаны. В ряде муниципалитетов реализуют несколько крупных проектов. Комплекс Галышманова Сибири на 40% увеличилось производство молока после того, как этот комплекс запустили. Это очень важно. Завод крупный строится по лизину в юбилейном. Это тоже на внутренние инвестиции. Пока подобные проекты можно пересчитать по пальцам, но, по мнению депутатов, ситуация вскоре изменится. Тем более, что в регионе созданы все условия для этого. Оказывать помощь аграриям, в том числе финансовую, областные власти намерены в будущем. К слову, поддержка станет одной из основных статей расходов АПК в бюджете следующего года. Поддержка молочного мясного животноводства – это, конечно, поддержка инвестиционных начинаний и предложений, которые у нас будут предложены в Тюменской области, а их тоже немало. Все-таки нужно инвестировать, субсидировать процентную ставку, субсидировать покупку техники, покупку оборудования любых направлений.